Всем привет, ребят, с вами Колян, Нагнетатор, Дзюба, звезда Ютуба или Газ. Мы, в общем-то, взяли нового пацана, четвертого. Всем привет. Привет, привет. У нас, в общем-то, сегодня 67-е, 69-е, по-моему, уровни, да? 67-е? Вы 67-е? Да. Вот мы сейчас идем рейдить. У нас сейчас, получается, три семьи. Две из них вообще слабые. Одна вот эта самая сильная якобы попалась, но она тоже слабая, я так понял. Так, здесь что у нас? Один дом сверху. Здесь уже к нему заходили. И все, что ли? Он соло живет? Там же три пацана у него было, я видел. Так, вот здесь вот заходи. А, улучшенный топор, смотри, по ходу дела. Вот здесь вот улучшенным надо долбануть. Да, вот так здесь вот улучшенным. Вот же у меня комната закрытая. Я ломаю. Ну, сверху ломан. Сверху тоже ломанный? Да. Сейчас зайдем, посмотрим. Блин, ну нам что-то в этот раз, по ходу дела, не повезет с лутом, потому что какие-то... О, здесь пусто, здесь нет нихера ничего. Так, я тут ломаю. Там... Ты вверху, ну, верхнее, вот такого... вверху ломаешь? Да. Посмотри. Так. Здесь, получается, снизу нету домов. Вот это единственные два дома их. Вот, походу, остался вот этот. Здесь какой? Ящики. Ага, давай, вот. Давай. Нормально идем. Давай. Я пока ящик открываю, вижу ящик. Давай. Сейчас посмотрим, что там. Пусто. Бомжики, по-моему. Открываю. Ломай туда вверх. Требуется топор. У Коляна есть. Пусто. Здесь открываю. По-любому там будет за стеной. Пусто. Но это, наверное, не буду открывать. Наверное, пусто. О, так. Ну-ка, открываю. Давай, это давай, 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 давай по луту что-нибудь. О, здесь есть лут. Открываю следующую. Так, это все, тут ничего нету. Больше. Здесь тоже есть лут, забирайте, бомбочки там, шмомбочки. Вот смотри, у него там полуулучшенный, дальше вот, где коляр долбанул. О, а здесь есть лутик. Здесь открываем, забирайте. Так, тут пусто. Так, забираю. О, забирайте. Дальше поехали. Ну, это заберу. Богич, думаешь, там может быть лут? Здесь-то три топора улучшенных лежат, можете забрать. Я возьму. Нет, так, это все по ходу дела, да? Ты забитый? Сейчас я тоже лутаю. Вот здесь сейчас я тут посмотрю. Простым топориком. Тут еще... Так, собираю камушки. Камушки собрал. Здесь собрали. Здесь тоже соберу. Два на три, тут может что-нибудь быть. Тут тоже может что-нибудь, видишь? Два входа, а может просто буферка? Не, это верстаки. А тут? Мне кажется, это... Вы что, вдвоем-то рубите? Рубите кто-нибудь один? Да нормально. Люки, а, два люка. А вот здесь вот влево по полу, да, вот сюда нагнетатор. Да-д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 а. Мне кажется, в длину сейчас они установлены. У нас еще есть в распоряжении... О, есть. Есть? Открываю. Ой. Лутаем. Дерево, шмерево, топоры, приколюхи. Ладно, дальше смотрим. О, там нагнетатор еще нашел, да. О, смотри, здесь водичка есть. Здесь давай посмотрим. О, медальончики, арбалетики. Все, здесь буферка уже. Нет, там нет, там не будет уже. Да, может быть, в буферке, как у Богича тоже. А, ну так. А, ну все, долутываем, идем на других тогда. Кулон. Че, еще сюда вернемся по долуту? Дерево заберем. Да, давай так, все заберем. Все, все заберем, я тоже забит, надо еще раз сходить. Угу. Сюда. Тогда я на базу пошел. Давай, я тоже. Так. А там второго дома не было? Не знаю. Ну-ка.
А не, у меня там все в буферках будет. Все в буферках. Откуда? Может, он будет удалять? Удалять? Ну, типа, в смысле? Подосрать. Да заберемся. Не надо, не надо, все заберем. Вернемся. Мы можем сейчас времени тратить, да заберем мы, да заберем. Можем идти сейчас в другую, в другой клан. Потому что да, здесь да. Осталась-то фигня. Там кулоны, правда, сейчас, остались да. по одной штуке. Кулоны забирайте. Да. Так, на кого дальше пойдем? Пойдем на рядом с нами, который дом. Хантер? Чуть ниже, ниже, чуть ниже. Да, Хантер, ага. Сейчас выкладываем в лут, где моешный. Так, ребят, не забываем ставить лайкосы. Это Рейдик Фростборди. Посмотрим, что сейчас у нас будет дальше. Какие здесь будут ресурсы. Первая семья уже отлетела. Осталось еще две. Так, проходим в нашу лутовую. Здесь у меня уже и дом из камня есть. Специально сделал для того, чтобы никто не смог зарейдить. Закидываю сейчас все вот сюда. Так, так, один топор оставлю на всякий случай. Все, я пошел к Хантеру. Может быть, всех троих успеем зарейдить. Давай. Там можно еще сходить к верхнему долутать, но лучше к Хантеру сейчас посмотрим, что там. Да там у него пофигня. У тебя есть с собой еще топоры крепкие? Крепкие два, да? А, ну вот, я брать не буду. Возьми один. У меня один с собой есть. Ага. Я не думаю, что у них там будет якобы такой дом прямо. Вот если из камня будет кувалды бить, это жесть. Так, поехали. У меня опять что откатилась там? Игра. Зачем? Ну, в смысле? Я не знаю. Я строил, а у меня опять лут пропал. У меня все нормально. Может быть, ты кэш должен почистить? Кэш, может быть, почистить? Я тебя тоже, кстати, не видел. А нет, видел я его, видел. Он же долбал стены. Ну что, начинайте долбать. Есть у кого-нибудь простая? Этот, простой топор. Сейчас посмотрю, есть тут кто-нибудь. Простые топоры нужны. Пипец тут. Тут только один дом. Только один дом вот этот. Этот верхний, да? Мы уже начали рубить потихой. Топоры простые взяли. Так, и справа у него вход. Ну-ка, что у него здесь собрано? Ничего у него здесь не собрано, он только три смолы закинул. А у нас уже практически все собрано, кроме лошадиной уздечки и седла. Так, угу. Открываю. И подковы нужны. Подковы, да. Пусто. А он, кстати, там в клане один был написан или двое их там было? Даже не смотрел. Давай сюда влево. Так, чё-то ломаю. О, это у него уже из дерева, да? Угу. Поехали. Сейчас посмотрим. Люк и так. Сундуки, центровая. Там у него буферки, мне кажется, там уже нет смысла, наверное, бить. Угу. Так, открыл лут. Еще все в центре, в люке истратил. Открыл лут. Открыл лут. Ну да. Можем долутываться и сразу на следующего идти. Этот вообще слабый. Ну, заберем, что есть. Что надо. Ничего такого нет здесь. Поехали на следующего. Сразу или домой отнесем? Наверное, сразу. Да, на следующего сразу. Давай. Верхнего. Ну, получается, сейчас за один заход всех троих зарыдим нафиг. Yeah. Блин, нам слабые противники попались. Надеюсь, следующие будут хорошие. Нам нужны где-то примерно 45-50 левела. Чтобы было круто. Будем ждать. Так, поехали на Асаса. Я выехал. Идем. Тот справа более-менее был, да? Такой более-менее. Блин, а они даже... Их даже никого в онлайне нету. Думал, может, какая-нибудь разборка будет, стычка. Мы еще все одеты по-мощному.
Я взял молоты на эти, как его, на оглушение плюс урон. Короче, жесть. Думал, сейчас повоюем. Это что за... Страшно даже это рейдить. Так, ниже пошли. Во, вот здесь будет что-то. Вот здесь точно что-то будет. Так, а у меня ж нет топоров больше. Простых топоров нету? Может, нагнетатор возьмет? Он дома сидит. Простых. О, здесь сразу сейчас нашел хорошую стену. Рублю ее. Из дерева апгрейженного. Неспроста же он ее там загрейдил. Хотя... Броня и урон плюс 10%. Нормальная аура. Еще надо один хороший. Есть у тебя хороший? Магнитатор возьми. Не, у меня все больше нет. Давай я тогда возьму. Я возьму. А что там? А, вы из простых пока бьете, ладно. Так, 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 так. Взял. Ну шо, о, подожди, а там может быть он в круговую пойдет? Нет, смотри, жопа. Вот здесь крепкий рубану. Здесь рубану. Крепкий нужен. Смотри, он типа... Короче, внутри только крепкими закрылся. Угу. Пошла жара. Там тоже крепкие или простые? Туда, ниже. Так, топор открыл. Обычный. Крепкий топор здесь. Открываю. Здесь крепкий топор. Боги, что там посох есть какой-то лютый. Топор? О, здесь арбалет, боги. Бинты. Боги, есть обычный топор здесь? Там пожалуйста. Обычный нужен, да? Да, да. О, сейчас ломай. Здесь броня. Лутаем все, забираем. Он что, обычную одну, что ли, закосячил? Прикол. Так, здесь камень. Здесь, сейчас посмотрим, что. Здесь еда. Шмада и реген. Здесь что? Здесь слитки. Оу, слитки и сургучи. Здесь что? Здесь дерево. Сюда простой топор надо, интересно, или нет? Куда я смотрю? Железный. Так, железный? Крепкий. Рублю тогда. Мне кажется, там тоже будет лут. Это последняя буферка получается его, да? Угу. Точнее, так, не буферка, а лутовая. Во. Так, здесь эти штуки, лезвие. Здесь что? Здесь цветочки. Так, отмычка есть у кого-нибудь простая, две? Нет, простых нет. Все, возьму сейчас. Сейчас возьму. Бомжики, даже улучшенных сундуков нет. Да, и ты что, если бы были, мы бы сразу там бы уже были бы. Смотрим, что. Здесь 17 досок. И здесь... О, вот здесь вот еще более-менее кожаных полос. 17 штук забыл. 17, 18 печей и костяных крыжей. Ну, вот то, что 17 кожаных полос, вот это хорошо, пойдет. Ящики, столы. И все, походу. Вот это вот тут что, буферка здесь? Вот здесь простой топор или нет? Вот тут вот, вот это сломать. Нет. Так, крепкий топор. Крепкий топор. Везде крепкий, да? Мне кажется, там что-то мне кажется. А с той стороны попробуйте, где Богич стоит. Просто эти беспонтовым топором. Или там тоже хороший нужен. Ага, там забей, ферма там. Ну все, мы зарейдили три семьи. В этот раз лут... Сейчас давайте отнесем в лутовую, в нашу базу. Посмотрим, что там. Ну, в общем-то, по сути, такое себе. С союзниками, точнее, с врагами не очень сильно повезло. Будем ждать мощных
чтобы их просто завалить. Мы, по сути, все готовы. У нас есть посохи, броня. У всех есть кидательные всякие штучечки, станы. Поэтому им будет всем плохо. Возвращаемся домой. А, мы еще правого не долутали, да? Там чуть-чуть оставалось. А, да, там что-то оставалось. Так. 5 секунд осталось. По сути, завалили просто троих. Считай, 3 семьи завалили. 3 клана. Так, поехали. Закинем все в лутовые и посмотрим. Вы что, зашли? Ага, вот раз лутовая вижу. Вот 2 лутовая. Потом что? Вот 3. Здесь ничего нету. Здесь нету ничего. Вот 4. Ну, в принципе, 1. Ну, вот этот вот правый был более-менее неплохой. Здесь бронька. Так, ну и все. Ждем, в общем-то, следующий клан. Ждем следующие рейды. И, надеюсь, в следующей серии уже сходим на Одина. С вами был Лего. Ждите новых серий по Фростборну. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока-пока.